Пользователь Алина И оставил комментарий. Малаха Винадий, даете советы, а не говорите о противопоказаниях. Не навреди, это самое главное. И есть вещи, которые подразумеваются, что данная рекомендация дана для людей, у которых просто ослаблено там пищеварение. Что делать? Прогрев печени дает замечательные результаты. Кто уже находится в таком старом пожилом возрасте, но вот просто старый пожилой возрасте. Произошло общее ослабление организма, естественно. Очень хорошо это им помогает. Для всех же остальных надо подумать, просто применить свое здравомыслие. Если там имеются какие-то у вас отклонения, камни там, опухоли и прочее, какой-то там процесс идет, то, естественно, прогревание приведет к тому, что будет осложнение. То есть это как-то естественно подразумевается. А то получается так, перед тем, как выйти на улицу, вдруг может пойти град или дождь, возьми зонтик, надень калоши, а лучше сапоги резиновые, а вдруг будет потоп и затопит. Желательно при этом взять и круг спасательный надувной. При этом, если ты где-то там останешься, возьми с собой рюкзачок с едой. Особенно возьми жидкости побольше. Может неожиданно ударить мороз. Значит, и шуба, чтобы у тебя была с собой. Смотри по сторонам. Помимо того, что машины ездят взад-вперед, летают метеориты. И это может быть. Если кто-то кашлянул, то имей с собой лекарства на всякий случай. И вот так можно перечислять без конца. Поэтому вот что-то говорится в контексте, допустим, о прогреве печени, допустим, или еще о чем-то, или еще о чем-то. Значит, вот это вот и имеется. А когда еще вот это вот, а если вот тогда-то, а если то-то, что-то это, значит, для этого у вас есть собственный ум, вот его и применяйте. Прежде чем что-то, еще разок говорю, применить, вы хорошенько об этом узнайте. И если начнете применять, то у вас должна быть возможность для отступления без всяких потерь. То есть начали голодать, допустим, а голодали всего лишь навсего 3 часа, захотелось есть, вы не выдерживаете. У вас там еда под рукой, скушали. Но если вы, не понимая ничего, отголодали сразу там 30 суток, и потом на выходе имеете какие-то там проблемы, что-то с вами происходит, а вы и не понимаете, вы и слыхом не слыхали. Вы думали, что человек поголодал, после голодания он также сел и начинает есть. Оказывается, это не так. И многое оказывается не так. Думайте своей головой, чтобы не было вот таких вот вопросов. Не навреди. Лично я не собираюсь вам навредить. И многие, кто в интернете дает советы, тоже не собираются вам вредить.